что вы можете посоветовать нашим читателям, чьи дети в этом году будут поступать в ваш университет? Готовиться. Готовиться. Конкурс достаточно большой. Но это не значит, что нет способа поступить. Надо участвовать в олимпиадах, которые проводит, и мы проводим, и множество других, значит, вузов проводят. Мы принимаем победителей и призеров олимпиад без каких-либо экзаменов дополнительных, вернее, без результатов ЕГЭ. Это первое. Второе, у нас есть подготовительные отделения, где можно получить дополнительные издания для сдачи, значит, экзаменов в ЕГЭ. Ну и в конечном итоге, не дай бог, если люди не пройдут на, значит, бюджетные места, у нас есть соглашение с Сбербанком по образовательному кредиту, достаточно льготным условием предоставляется Сбербанк. А в течение года, периода обучения, если студент учится на хорошо и отлично, мы переводим, вот вчера на решением ученого совета около 15 человек перевели с платного на, значит, бюджет. Поэтому надо стараться и не забывать, что много лет назад сказал один известный политический деятель: учиться, учиться, еще раз учиться.